Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать последние покупки уходовой косметики в этом году. И кому данная тема интересна, обязательно оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Начать я хочу с покупок на сайте Wildberries, ну, точнее в приложении Wildberries. Первое, что я взяла, это вот такая новинка от марки Шаума против перхоти, молочко миндаля. Это у нас шампунь для волос с перхотью, требующих ухода. Здесь у меня стоит также Coca-Cola, не обращайте внимания, потому что это импровизированный фон для видео. Вот, шампунь этот я уже, ну, попробовала, скажем так, ну, на аромат чисто понравился. Надеюсь, что и в действии он будет также классный. Вообще, я ищу шампунь от этой марки, который идет с Кока-Колой, но нигде его абсолютно нет. Ни на сайте Wildberries, ни на Озоне, ни на сайте Подружки, вообще нигде нету. Обидно, конечно, потому что я обожаю Кока-Колу и хочу себе такой шампунь, но нигде я его, к сожалению, купить не могу. От марки Dove я взяла вот такой мусс для душа. Он у нас идет с маслом кокоса. Такой же у меня есть с маслом розы. Мне девчонки в комментариях советовали купить себе также и такой. И вот, конечно же, я его приобрела. На Валбересе я взяла шампунь от марки Капус. Это шампунь кератин. Он у нас с объемом 300 мл. Приятно имеет аромат. У меня, конечно, волосы прямые. Они там никакие не вьющиеся, ничего такого. Ну вот захотелось такой шампунь себе взять. И следующее также от марки Капус. Не будем уходить далеко. Моя просто любимейшая увлажняющая сыворотка. 200 миллилитров ее объем, я, девчонки, ее обожаю. Мои волосы с ней прямые, блестящие, просто суперские. Обязательно ее попробуйте, если вы еще не тестировали ее. Вот такие две баночки от марки Organic Kitchen. Первая это у нас ядреный антицеллюлитный скраб. Точнее, ядреный антицеллюлитный скраб для тела. Потрясающая упругость кожи с кактусом. Вот такая красивая баночка, с удовольствием буду им пользоваться. И второе, это у нас тонизирующая натуральная маска для здорового цвета лица. Натуральные экстракты лайма и листьев томата. Теорема помидора называется она. Тороплюсь просто, девчонки, простите. Сегодня у нас 31-е, и надо все бегом это отснять, показать вам. Буду себя контролировать. В общем, как-то одна блогер говорила, то, что вот эта вот маска, она пахло прям такими консервированными помидорами. Я, конечно, не знаю, как она будет у меня, какое будет у меня на нее, скажем так, мнение и так далее, но надеюсь, что она мне понравится. Так, и с покупками... А, нет, не все. Давайте вам еще покажу. Взяла также на Валберес вот такие вот наклейки для блокнота. Это у нас стикеры, точнее, наклейки, как вот смайлики ВКонтакте. Очень интересно, здесь 6 листов. Это у нас эмоджи. В общем, нужная для меня вещь. И также я взяла вот такую книжку Никола Спаркс «Дневник памяти». Красивое очень оформление. Давно ее хотела уже почитать. И вот, наконец-таки, это свершилось. И с покупками на сайте Валберис это все. Давайте теперь приступаем к другим покупочкам. Я взяла в магазине «Золушка». Не знаю, есть такой у вас в городе или нет. Два вот таких шампуня. Первый у меня это, ну, марка «Балея». Это у нас шампунь от перхоти с ароматом мяты. Объем 300 мл. Камера плохо фокусирует. Вот. Аромат очень приятный. Хочу оставить его на лето. И второй шампунь это вот такой вот. Он у нас уже идет с ароматом манго для сухих поврежденных волос. Тоже объем 300 миллилитров. Ну, также хочу эти шампуни приятные, сладкие, использовать летом. Вчера мой парень меня решил порадовать. Купил мне вот такую линейку от марки Coco Organic. Я такую линейку давно уже видела, но как-то ни разу не приобретала ни от нее ничего. Это у нас шампунь и бальзам для... Так... Для нормальных и сухих волос. 24 часа. Надеюсь, что понравится. Ароматы, в принципе, у них приятные. И последнее, то, что я вам сегодня покажу, это у меня заказ уходовой косметики от магазина «Подружка». Первое, что взяла, это вот такой гиалуроновый алоэ гель пенка для умывания. Очищает и сужает поры. Подходит для всех типов кожи, даже чувствительной. Моя кожа сейчас такая, скажем так, от сухой до чувствительной. Всего там пару шагов, поэтому...
Решила взять такой гель. Если у вас был, напишите, как он вам. Далее от марки Гималая взяла себе вот такой вот скраб детокс. Это новинка с активированным углем и зеленым чаем. Отшелушивает и очищает кожу. Тоже попробую. Ну, уже, наверное, в пустышках расскажу вам полное мнение об этом продукте. И последнее, а нет, не последнее, вот еще два продукта. Взяла себе маски тканевые. А, нет, это получается тканевая, а это такая, как вот, ну, как глиняная идет. Это у нас тканевая маска молочко, питание бомба с кокосовым молочком для сухой тусклой кожи. Обязательно ее протестирую. И вот такая у нас идеальная кожа, маска для лица. Здесь у нас белая глина, эвкалипт и цинк, а здесь розовая камелия и гранат. В общем, тут у нас получается вот это белое наносится на вот эту вот Т-зону. Как бы, да, точнее, вот на лоб, там на нос, а вот это вот внизу, ну, вот все показано на картинке. У меня как-то была маска от марки Чистая линия, серия Идеальная кожа, покупала я ее в магазине Пятерочка, но там были немножко другие, там, по-моему, была черная и еще какая-то. Ну, вот взяла также вот такую. И последнее, что я приобрела, это, как честно скажу, этот, господи, коронавирус, уже все, заговариваюсь. В общем, этот коронавирус всякий ходит, всякая вот эта вот фигня, и нужно как-то свои руки обрабатывать. Я взяла вот такой себе красивый антисептик, санитайзер. Это у нас гель-санайзер для ухода за кожей рук, шампанское. С удовольствием буду пользоваться, такое вот красивое оформление, мне прям очень-очень нравится. И аромат, кстати говоря, сейчас послушаю. Да, девчонки, прям вот... Аромат, ну, такого, знаете, не когда вот там шампанское только вы наливаете в стакан, а когда немножко оно постоит, скажем так, немножко газы с него выйдут, и вот таким вот шампанским пахнет. В общем, довольна я своими покупками в этот раз, такое вот у меня окончание года. Всем, кому это видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, не пожалейте лайка, подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно, и до новых встреч! Всем пока-пока!